уже девочка большая, и мне хочется что-то сделать для наших отношений, но в то же время, возможно, это получается не совсем искренне, потому что у меня еще сидят старые... Он знает, что лучше бы тебя спрятать. Ну, опять-таки, разговора об этом не было, такого конкретного. Может, очень сильно попустить. Когда расскажешь, что у меня столько обид, я понимаю, что это может быть и несправедливо, да, и ты не хотел меня обижать, или там, да, и как-то странно, что я за это так держусь, да, до сих пор мне. Но рассказал. В принципе, опять же, у этих людей, да, когда вот они, ну, они правду хотят, да, они правду услышат, их пропускают. Вот так вот, да, вот. То есть невысказанное, да, давит не только на тебя, но и на него. Но на тебя более явственно тоже осознаешь, что а на него так, смотрит, да, какой-то настороженности и жестко смотрит. Просто сказать, что ты до сих пор чувствуешь в связи с тем, что было. Может быть, тогда он в ответ, а лаверды, да, вот тебе тоже что-то скажет. И ты столь же внимательно, столь же, да, с пониманием относишься. Начаться некое такое отматывание назад по-хорошему. Потому что я думаю, между тобой и ним, как между сестрой и братом, есть своя любовь, да, свои чувства. Хорошие, глубокие, который того стоит, и он тоже пойдет на встречу. Но очень важно, правда, подготовиться морально, да, к этому разговору, потому что обычно, ну, я не знаю, вот у женщин есть такая история, что мы хотим что-то услышать, а когда слышим, мы начинаем защищаться и как бы говорить, почему человек не прав. Да? То есть если он в ответ на твои обиды скажет, а я вообще-то тоже обижен, и предоставит тебе список, не начинайте эти пункты разбивать в щепки и говорить, что да не было там у тебя основания обижаться, я вот по детству там старалась и что-то еще. То есть, ну, принять как есть. То есть, может, основания не было, а обида есть. И просто в это время дышать и слушать. Все, то есть это будет ты выговорилась, и он выговорился. А дальше начнется как бы с нового листа.